Здравствуйте, меня зовут Светлана Чернова. Я хочу представить на Grand Final Golden Time Talent работу, которую я назвала «Скал». Я работаю в технике современная классика. Я вижу так данную работу. И меня этот пейзаж очень восхитил. Что я хотела передать в этой работе? Это контраст между мощными такими грозными скалами и голубизной неба и воды. И передать эти фрагменты природы так, чтобы именно эта мощь природы чувствовалась и была передана и донесена до зрителя. Но больше всего меня, конечно, захватил именно цветовой контраст. Это контраст между такими охристо-коричневатыми скалами и кобальтовой такой голубизной небо, и как она отражается в воде, и в то же время такие тучи, серые грозные тучи, как они уходят, и солнечный свет, просвечивая через тучи, скользит по глади воды. И в то же время я очень хотела ее написать так, чтобы каждый кусочек, каждый фрагмент этой работы был как отдельный завершенный пейзаж. Вот какой бы фрагментик ты ни взял, чтобы каждый этот фрагмент работал как пейзаж, законченный пейзаж. Я очень люблю всегда связывать любое произведение с интерьером, да, как правильно подобрать интерьер к данной работе. Я думаю, эта работа здорово было смотрелась, наверное, в каком-то тяжелом классическом интерьере. Возможно, даже с деревянными панелями в английской классике. А в то же время, возможно, это американская кантри. Вот такую работу я создала. Надеюсь, та цель моя, вот мне хотелось просто красиво пейзаж, чтобы он передавал особенности природы, особенности этих природных явлений, и в то же время умиротворенность. Когда после стихии наступает красивый, спокойный период природы, и можно любоваться каждой частичкой, каждым камушком на берегу, как прихлынывают волны, как отходит, как пена остается на камнях. И все это очень красиво. Спасибо. Надеюсь, у меня получилось.